значит, здесь комплект, несколько комплектов различных. Они разные на самом деле. Для двух машин, прицепа, это вот поворотные, желтые, и здесь есть все они с линзами вперед, то есть они будут и хорошо сам подфарник освещать, и вперед будет хорошо, ну то есть будет ярко светить, потому что сейчас у меня, и вот здесь для заднего хода один комплект, по сути дела они такие же, но они усиленные в том смысле, что в два раза более мощные, более яркие. Разные они, потому что здесь по-разному есть цоколь с прямыми, а есть цоколь вот здесь под наклоном. И есть еще цоколь с разным уровнем. Что-то я не... Ну что же, пока пытаюсь показать, как выглядят разные лампы. Вот с левой стороны это светодиодный, с правой это обыкновенная, стандартная 25 ватт лампочка. Визуально ярче. Но даже я вот могу в правый фонарь посмотреть глазом, а левый ну прямо слепит. Ну во сколько? Раза в три, наверное, более ярче горит светодиодный. Абсолютно визуально никакой, никак не помер... Ну, нет у меня прибора люксометра, но визуально намного ярче. Поэтому, если вы хотите увеличить, значит, как освещение сзади. Ну вот, смотрите, это общее освещение добавляю. Вот так это выглядит на земле. Вот я закрываю сейчас стандартную, и вот так светит. Так освещает, и вот я закрываю сейчас, и вот так освещает стандартно, а я закрыл светодиодную. Вот ворота, и приблизительно так же поставлю ворота вот так. Вот освещены ворота светодиодным светом. Вот освещены ворота стандартным светом. Конечно же, ярче. Конечно же, ярче. Вот и вот так. Ну, мне кажется, раза в три точно ярче. Может быть, еще с какого-то другого ракурса постараюсь показать, но намного ярче. Пришла посылка. Очень интересное. Буду выкладывать потом видео по тому, как проверял. Значит, здесь комплект, несколько комплектов различных. Они разные на самом деле. Для двух машин, прицепа. Это вот поворотные, желтые. И здесь есть все они с линзами вперед, то есть они будут и хорошо сам подфарник освещать, и вперед будет хорошо, ну то есть будет ярко светить, потому что сейчас у меня, и вот здесь для заднего хода один комплект, по сути дела они такие же, но они усиленные в том смысле, что в два раза более мощные, более яркие. Разные они, потому что здесь по-разному есть цоколь с прямыми, а есть цоколь вот здесь под наклоном.
И есть еще цоколь с разным уровнем. Что-то я не увидел этого разного уровня. Наклон увидел. Это прямые. Так, сейчас буду показывать. Значит, я получил вот прямо находится. Теперь здесь есть красные, находятся не прямо, а под наклоном, но в одной плоскости, в одной, но должны быть еще и сдвинуты. Вот. Теперь вот прямо находятся и в одной плоскости. Теперь вот эти тоже находятся прямо и в одной плоскости. Ага. И вот еще есть. Ага, все правильно. И вот еще две у меня есть. Смотрите, их они двойные. Это для. Они находятся прямо, но в разных плоскостях. Вот видите, одна выше, другая ниже. Это для габаритов и включается еще противотуманка. Вот в таком цоколе. Там они разные цоколи. Почему так много? На Шкоду Октавию, на Жигули ВАЗ-2103 и на прицеп. На прицепе вообще не видно, когда солнце светит, вообще не видно, что там что-то горит. Иногда даже полиция останавливает, говорят, у вас не горит свет. Оказывается, горит, но ничего просто не видно. Поэтому сейчас буду ставить. Почему я решил это купить? Потому что, например, задний ход очень слабый. Туда купил мощные. Они в два раза, они одинаковые, но по характеристикам вот эти написано в два раза более мощные. Буду смотреть разницу, покажу видео, оставлю ссылку, где покупал, соответственно, опишу эффект, а вы уже решите, хотите вы такое покупать или нет. И получается комплект из двух штук приблизительно $1 стоит одна лампочка, где-то так, чуть-чуть больше, что-то 32 гривны, а доллар 27-26, ну, 1,2 доллара одна лампочка, а это в два раза дороже. Они